Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить нерассказанные истории в Dead Rising 3. Итак, и нам нужно забрать вновь Зомбракс, чертов Зомбракс, и притащить его сюда. Блин, после Мордора эта игра кажется какой-то вообще бессмысленной, если честно. Едем из нового конца туда-сюда, там хотя бы можно было порубить военачальников на куски. Так, о, байк. Так, куда нам... ну, естественно, нам надо ехать на другой конец города. Ох, а потом еще с него куда-нибудь. Блин, слушайте, это же какая жопа же будет сейчас. Ладно, едем. Ух, чёрта. Так, по-моему, я не там свернул. Да. Так оно и есть. Так, тут я по идее не проеду на мотоцикле, хотя должен был бы. Нас ловим. И немного так... я не понял, я саночки покажу. Так, и немного пробежусь пешком. Скоро моя палочка сломается. Хреново. Электрошокер. Машины раздолбанные. Так, там у нас ничего не... В общем-то, нет нормального транспорта. Так, это у нас раздолбанная, она нас не перепрыгнет. Потому что, по идее, медленно ездит. Ладно, значит, вброд, перейдем мост. А точнее, своими ногами. Так-с. У нас вот он проход есть. А вот и машина. Так, тут мы сейчас уходим направо и вот так проезжаем. Это я не объясняю, ребята, это я просто намечаю себе путь. Ну, всегда сейчас можно будет в гараж завернуть для более комфортной езды. Так, мне вот этот байк, пожалуйста. Мне он как-то в последней части понравился. Блин, врезался. Правда, он заносится где-нибудь там, что. Бам! Оу! Нифига себе, подкинул он на попа. Так, ладно, едем. Блин, и он еще к тому же не тормозит. Ну, хотят, по идее, даже нечем тормозить-то. Это же просто одни лезвия. Ох, как нас опять подкинуло. Так-с, куда нам теперь-то? Блин, еще. То есть сейчас мы выезжаем и налево. Вдруг Скотт, умри. Умри, этот герой. Да наплевать, что ты всех перебью. Блин,
Воу! Какого чёрта? Бред, чуваки! Оу, я поймал ракету с собой. Хилка. Прикрой меня, мужик. Убей. Нужно вернуть лекарство в больницу. А что я только сейчас такого взял? Контрабандный зомбрик, то есть одну штуку я взял, да? Ау, уху. Так, где мой байк? Кто видел мой байк? Так, как нам теперь ехать получается? Наверное, только вот так вот, через низ. Хотя можно попробовать прорваться и через верх. Ну или же так проедемся. Да что ж такое-то, на чём постоянно подлетаю? Так, все это мы оказались уже тут вот. Блин, тут нас... Может придётся сейчас слезать из байка? Ну, по-любому придётся слезать из байка, он перевернулся. Так, это нафиг. Это ж дурацкая вещь. Так, и мне бы опять машину найти. Что с ними будет? Уберите их от меня! Да так и быть, помогу, помогу. Мог. А, левел ап, да? Да тут? Давайте быстрее в укрытие. Почти левел ап. Гитары, еще что-то там валялось. Так, поедем на этом. Хватит! Так, музыка еще играет. Самое то для поездки по городу, населенным зомби. Ага, цепись, цепись. Иди нафиг. Так, я не впишусь, вот по руке не впишусь. Так, ну мы уже почти на месте. Оу, блин, перевернулся. Ладно. Отсюда надо вылезать. Точно. Оу. Он хоть успел спрыгнуть. Ладно, бегом, бегом, бегом. Осталось 120 метров.
Так, ну что там, мы уже рядом. Карта, 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 пожалуйста. Так, что у нас тут есть такого вот интересного? Кофе, ну ладно, пригодится. Emergency. Столовый главный кто-то перевел в порядок. Поскольку мы проехались на фургоне. Чуть не сдох, что ли? Ну ладно, хоть у нас это сломалось. Оружие. Оп. Оп. Блин, опять тебя больно пустил. Пациент. Так, хилы, конечно, у нас завалились. Спасибо вам огромное, Брэд. Если найдете еще зомбрекс, привозите, лишним он не окажется. Я узнала вот что. На всех чипах сигналом извне отключили таймер. Непонятно как. Кажется, я знаю, кто может нам помочь. Его зовут Нельсон. Пару дней назад он был здесь. Все говорил на тему того, что чипы внушают ему подозрения. Он сказал, что прячется в Sunset Dance Studio. Он немного интересный, так что будьте настороже. Ох, опять куда-то ехать. Сколько? 600 метров? Ну, хоть 600 метров. Но это опять совершенно другой город. А, другая часть города. О, господи, почему тут нет фаст-тревела как? Отличный способ начать эпидемию. Вокруг ходят сотни зараженных. Стоит только отключить запланированный прием зомбрекса из чипа и дождаться эффекта. И тогда... Это же чипы КБЗ. Кто мог сделать такое? Не знаю. Может, этот Нельсон поможет разобраться. А вот мне интересно, а как они в чипы вживляли этот, какого... зомбрекс сам? Или как картриджи вставляли, что ли? Бам! Оу, блин, приехали, называется. Воу! Это был другой мотоцикл, на самом деле. Так, он живет у нас наверху, да? Ну, чувак, ну блин, ну подними руки, ты же можешь дотянуться до чертового заграждения. Ну ладно, наверное, то, что нам не сюда. Может, во, наконец-то, с хакером. Перебейте всех зомби вокруг, когда вы издеваетесь. Опять игра начинает подтормаживать. Блин, а как к нему попасть тогда? А, бензарез этим кто? Да бери ты, блин, молот. Ладно, сгодится. Кому придет в голову прятаться в танцевальной студии? Ах, тому, кто любит танцевать. Я сломал забор. Так, со все-таки надо подняться наверх, значит.
Да что за лагерь пошли, а? Так, надо найти способ, как к нему пробраться. Видимо, вот так. Так, бегом, бегом, бегом. Нет, промазал. Блин, скотина, не промазал. Так, заходим. Да сдохли уже. Так, как я понимаю, нам надо спуститься тут вниз, да? О, у него-то сучка. Чувак, я не слышу, что там говоришь. Я миссию зомби. Все, победили все зомби, нет? Еще остались. Что за хрень ты себе сделал, а? Кого ты лупишь? Кому он стреляет? А, вижу. Стой, мне просто помощь нужна. Ты, небось, это каждому нелегалу говоришь, прежде чем полезать. А, говнюк? Ладно, я докажу, что не враг. Вот зомби, возьми. Мы на одной стороне. Ну, если он там будет убегать от меня, то отдам. На, забирай. Ладно. Спасибо большое. Что тебе нужно? Так, погоди, чувак, что это за турбинка у тебя? Он просто талкивает. Наверное. Херня, короче, какая-то. Ладно, что мне нужно? Давай поговорим. Нужно отследить кое-какие сигналы. А, из какого рожна мне это делать? Ради Коры. Но если только ради ее красивых глаз. Ладно, так и быть. Здесь все равно тоска. А, только мне понадобится кое-что из оборудования. На месте уже что-то найдется. И еще магазин электроники вынул, да не то, что пошерстить не помешает. Блин, опять куда-то ехать.
Найдите спектральный анализатор. Господи, ну и название. Ладно, ребят, как только я тут уберусь, я, собственно, нажму продолжить запись. Ну а пока что 5 секунд, ребят. Так, и, собственно, мы на месте. Я чуть не забыл отжать паузу. Так, надо забрать эту хрень. Эй, глянь сюда! Сейчас забирай ты его и все, и пошли уже. Так, куда нам теперь? В ту сторону, прямой. Огонь! Открыть огонь! И опять ФПС, блин, проседает. И все говорят, что самое плохое, то что с нами бегает этот чувак, его надо, по идее, защищать. Чтобы он не откинул копыта. Так, надо запомнить, тут у нас рядом гараж. Может быть, зайти и собрать нам какую-нибудь машинку. Надо выручать. Боже, помогите! Это мужик, блин, я думал, это женщина, папскими было. О, блин, а ты смотри, я смотрю, чувак. Молодец, блин. Вовремя ты появился, мужик. Да, вали уже. Дай мне заслуженный уровень. Там безопасно. Так, сюда. Ох, аж 3 очка. Так, ну что, полные хиты. И у нас еще есть 1 очко. Эффектом книг. Крона от этого. Крону. А, пускай будет этот механик. Еще один мини-реактивный двигатель. Скомбинирую его с огнетушителем и очуметь круто будет. Ладно. Тебя только по делу влечет, ну конечно. Ага, ты сам-то, я погляжу, давно не расслаблялся. И ты понимаешь, о чем... Морозильник. Да хорош, блин, в меня стрелять. Вот. Красота! Пусть чем нормально будет ходить. Мне, конечно, веселая вещь. Зомби просто улетают. До управления в ХХХ. Это же смешная вещь. Это чистый пылесос. Даже не пылесос, а те штуки, которые называют лесу. Так, я вообще правильно иду-то? Где я? Ну да, в общем-то правильно. Только вы опять машину будете... Оп, кстати говоря, в машине. Садись! Прокатимся на нормальной штуке. Так, 200 метров. И страйк! Вокруг Вики. Чем-то приехали, надеюсь.
Мои. Блин, да они и так и сами справляются нормально. Чёрт! Не будем! Такс. Не понял, у нас заходит. Тут что ли? Так, и... А, он побежал наверх. Слушай, а ты, случайно, не тот ли псих, который стал этим сумасшедшим, а? Ты у нас ведь не блондин? Да нет, вроде бы. Ладно, приступай к вычислению источника сигнала. Вон там есть чем разжечь пожар. Хочешь бороться с зомби? Вот твой шанс. А ты не стой над душой, слуга закона. Займись пока делом. У входной двери трупаки столпились. Сожги их, пока они не надумали к нам постучаться. Давай работай, хорошо? Давай работай впрямь. Че у нас такое лежит-то? Поджигатель. Погуляйте, пока Нельсон работает. Да уж. Ну, господин, ребят, мы просто-напросто немного подождем. А пока что 5 секунд. Есть новости. Так, ну и наконец-то он там что-то надумал. А то я уже начал тут скучать. Так, вот он путь у нас наверх, потому что это сейчас рванет. Ох, видимо, это был байк, который там стоял. Зафиксировал сигнал. Это военная чистота, мужик. Идет со стороны Сансет, затем здоровым особняком. Кто бы ни направлял спецназ, именно он тебе и нужен. Доказательство у меня. Наберитесь до восточного адоисточника глушащего сигнала. А, это ехать в другой город, господи, ну... Разработчики, ну... Ладно, ребят, 5 секунд. Так, ну и собственно, ребят, мы на месте. Пора бы выяснить, кто же это стоит за отключением чипов. И наконец-то завершить прохождение Dead Rising. И как-то тут у нас тихо, смотрите-ка. Ну ладно. Я ошибся, тут у нас не тихо, тут у нас тоже полно зомби. О, Фрэнки опять стоит, светится. Здесь должен быть еще элит. Блин. Не рядом надо, оказывается, было быть. Ты прав, тебе нужна подмога, чувак. Что ж ты сдох? О, брах, класс. Так все это висит. В воздухе просто-напросто. А вот и передача. Нужно захватить его, пока они не уничтожили все улики. Планы лаборатории? В железнодорожном депо? Приказ Хэмлока? Что за... Подписано Мэриан Меллон. Я думал, она в тюрьме. Да, что-то недоброе здесь творится. Ох, ну и конечно, давайте съездим в другой конец города. Ох, как же это мне это уже надоело. Ладно, ребят, опять я вас не буду томить переездами туда-сюда, так что 5 секунд. Ну и, собственно, мы уже рядом, ребят. А мульт-централ что-то там. И тут, конечно, толпа зомби. Ох, как же без них, конечно же. Так, как, а, ясно, как набраться. Он мой. Не знаю, как вы. Заперто. Стоп, а я что-то тут уже был. А, правильно, я не то влез. А сейчас, собственно, мы и начинали.
Зомби. Привет. Сюда! Помогайте! Я засек крышу. Застекайте сколько вам угодно. О, зомби. Помогите мне! Нужна помощь! Так, и что же у нас такое будет? Оу. Одни трупаки. О, знакомое место, знакомое. Поможет. Что? Тюрьма находится в такси компани? Теперь этот чип годится только для того, чтобы меня можно было выследить как волка. Надо вытащить. Быстро. Такое ощущение, что он сейчас сам прирезал. Это преступление. Это... довольно... Ах, тащиться еще 600 метров. На другой конец карты. Как обычно. Ах, это самая долгая, господи, миссия, по-моему, за всю историю Dead Rising 3. За все истории, за все эти несказанные истории. Ладно, ребят, 5 секунд. Такс, ну и, собственно, мы уже рядом. Надеюсь, что вот это будет последнее место, куда мы заглянем. Потому что реально уже немного такого... Надо их спасать. Я устал. Помогите! Именно с этими пробежками с одной стороны на другую сторону. Чтобы бежать на другую сторону. Просто гонять по локации. Пожалуйста, помогите! Все, с остальными сам разберешься. Так, как там то бежать-то вообще? Сейчас просто бежать. Спецназ все еще здесь. Теперь можно использовать чип. Там что-то есть. Установлю его, и пусть они отслеживают меня сколько хотят. Нужно быть готовым. Куда он хочет ее установить? Или я могу просто проскользнуть мимо них. Отлично. Они будут здесь минуту на минуту. Угу. Открыли дверь, доберитесь до военной базы. Как козлы к водопою. Теперь можно пробраться внутрь. Добрый день. Привет. Просто в наглую взял, пробежал мимо. Ну, хорош мне стрелять уже. Снайперы. О, Кристина погибла, какая жалость. А я дал ей все шансы на выживание. Блин, закрыто. И опять закрыто, а как же нам пробраться-то надо? Иди к черту. Ну и блин, я же и добрался до военной базы. Так, цели же мне надо... просто на крышу ведь не так подняться, да? Отвали. Так, это у нас тут проход. А, открыт, надо же. Просто в окно. Мы же не можем в дверь войти, да? И что? А, нам выше надо. Закрыто. Закрыто. Где у нас тут выше можно подняться? Я вообще не понимаю, не втыкаю, что от нас хотят.
тут еще чем-то стреляется по нам. Так, нам надо забраться на второй этаж. И это значит, вот так нам надо делать. Тут наверх, и там у нас под крышу уже идти. Да. Открыто, отлично. Зомби руками машет. Прыжок! Опаньки. Этот. Самый первый наш герой. Ты должен все исправить. Что еще исправить? Хемлок убил президента. Черт. Возьми. Тут улики. Возьми. Откройте правду. О, зомби обкусали всего. Мне недолго осталось. Я просто выполнял приказ. Я тоже. Только не говорите, что мне нужно... Берите уже в больнице. На другой конец карты, конечно же. Почему же и нет? О, господи, хоть бы это был последний пункт этой миссии. Такс. И надеюсь, собственно, это у нас все, конец. О, ты у нас стоишь. У тебя получилось. Пациент тебе нет. Есть еще выжившие. Надо помочь. А, намек на то, что мы еще никуда не едем, окей. И 600 метров, дайте угадаю, следующий, да, следующий город, почему бы и нет. О, господи. Командный грубый ЧПЗ. Ну, он хотя бы с помощью не очень легко проезжать сквозь толпу. Видишь, стреляет. Башня связи, значит. Там убежище нелегалов. Так, нам съехать вниз придется. Чтобы ехать в то место. Да, именно так. Ни черта не видно. Что-то сломалось. Мы на месте. Наконец-то, да. Именно для этого институт КБ. Как так вышло, что теперь я работаю не с ними. Не вижу. Меня откинуло-то. Теперь пора за Нельсоном. Он в трипл. Гарри, Ронда. Ну, еще бы. Джереми. Все зомби отпихнули, главное. Ох, 1000 метров ехать, ребят, это будет 5 секунд, как обычно. Так, с мы рядом, оказывается, машина тупо у нас не проедет. Так что пришлось пешочком, пешочком. Спускайся, долбоёб, и пошли отсюда. Ну и здесь нам надо добраться до кафе на севере. Да почему бы и нет, черт возьми. О, господи. А, на самый-самый верх.
Блин, нам нужна машина. Большая машина, потому что с нами много людей. Прием! Прием! Бегом! Это агент КБЗ, Фред Парк. Как слышите? Прием! Прием, как слышите? Я жив и нахожусь в городе. Парк? Говори что? Как добраться? Что за хрень? Я здесь. Со мной выжил. Давайте залазьте. Надо уйти отсюда любой ценой. Я этого не допущу. Постараюсь организовать транспорт. Можете добраться до закусочной на шоссе к северу от Иннолтона? Я мигом. Ну, а города высадить тоже. Остался последний бросок. Удачи вам в пути. Ах, последний бросок. Я так на это надеюсь, потому что, ребят, именно вот это вот задание сделано на отъебись. Просто иди туда, иди туда, иди в чем другой конец города. Пошла вон. Если другие мне сказали, что истории не более-менее хотя бы нормальные были, то что мы ехали туда, то у нас показывали хотя бы длинные музыки. А тут просто, да, давайте сбегаем на другой конец города, заберем чуваков, а потом давайте вообще в другую сторону сбегаем, и туда, и туда, и туда. Ну, а как ты реально устаешь? Так, как нам тут проехать-то? Сейчас направо. Вон на котором мы ехали, кстати говоря, как я повторяюсь, нам пришлось бросить. А мы, кстати говоря, просто возьмем сейчас новый. За мной, народ. Так, нет, стоп, я же... Да уберите к черту это обучение, еще постоянно эти вот обучения вылазит. Будто бы они кому-то нужны. Будто кто-то собирается там уничтожать... Эти, как его, вот эти кучи. Спасибо. Ладно, к черту, поехали попробуем дальше. Ты ничего не попутал. Садитесь. Воу, он сейчас рванет уже. Ладно, значит бегом. О, господи, что в этой идиотской игре происходит? Знаете, самое обидное, среди выживших нету Келси, с которым мы бегали. Так, ну ладно, вещи в воздухе висят. Я говорю, то, что вот эта миссия сделана на отъебись просто. Так, и сюда у нас люди поместятся. Все, места закончились. Ну, ладно, мы поехали. Пошел вон. Гарри еще кто-то просто не выживут. Ну, бывает. В самом начале первой части. Покиньте город, ну и... И на чем же нам покидать город? Блин, это смешно, ребят.
Или же мне надо на грузовике вообще отсюда убраться? То, что грузовик мы бросили где-то в той части, потому что там просто-напросто не было никакой возможности проехать, сами видите. О, господи, разработчики игры, что вы делаете, а? Отойдите вы, куча дебилов. Барахло! Ну что, мы на месте. Какого черта? Почему ничего не происходит? Фонарик. Может, надо чем стрельнуть вместе с этим? Нож. Убила. А похоже, что нет. Даже на грузовике мы никуда не уедем. Видимо, значит, все-таки все надо было приехать на машине КПЗ. На той, которую нам давали. А я просто нагло из нее выпал. И, ребят, знаете, я уже не хочу просто-напросто проходить эту миссию с контрольной точки, потому что реально она меня уже задолбала. Особенно эти гонения с одного конца города на другой. Так что давайте согласимся на том, что я просто-напросто прошел игру. Мы дошли до конца и, по идее, в общем-то, должны были сбежать, но тут скрипт завязан на машине, а за ней возвращаться мне очень далеко. Ну что же... И будем считать так, что мы прошли Dead Rising 3 и его нерассказанные истории. Возможно, Stormy пройдет по-нормальному, то есть с мультиком в конце, но у меня получилось вот так вот. Ну что же, ну а сейчас мы будем проходить Mordor и что-нибудь еще. Ну а пока что с вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела, ребят. Ну а мы с вами увидимся уже в новых прохождениях. Это был Dead Rising 3, и это был с вами... Хэдди. Всем пока, ребят. До новых прохождений. И до новых стримов.